Приветствую вас, аноним. Вопрос про профессиональную, так сказать, карьеру, да, про профессиональную ориентацию, профориентацию. Вот. Автор вопроса пишет о том, что поступила на врача на платное обучение, потому что в семье все хотели и все ждали от нее этого. Бабушка работает, как я понял, в медицинской сфере. И соответственно этого ждут как бы от автора вопрос. А автор вопрос это нравится не очень, мягко говоря. Автор вопроса сомневается в том, стоит ли ему вообще этим заниматься. Вот. И, собственно, вопрос, как бы, что делать? Не хочется тратить кучу денег родителей и свою молодость на то, что неинтересно. Вот. Вы знаете, я за все эти истории, которых вы описали, я кроме вот какой-то позиции, что получить любое образование очень сложно, в общем-то, и не увидел. То есть, все как-то вот, знаете, у вас больше про то, что я должна учиться, должна вот это. Не совсем понятно, зачем. То есть, ваши родители вкладывают огромные деньги в обучение, да? Непонятно зачем. Вы учитесь, преодолеваете себя, жертвуете собой. Непонятно зачем. Такое ощущение, что и вы, и ваши родители подчинены вот этой вот позиции, что получение любого образования очень сложно. Вот у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается, сложилось. Вот. И непонятно вообще, а кто чего хочет, как бы вот друг для друга-то вообще. Кому что вообще интересно-то в этой ситуации, в этой истории всей? Вот. Вот, как бы, что непонятно. Давайте поисследуем ваш вопрос более подробно. Итак, поступила в мед. С детства нигде, кроме в сфере медицины, себя не видела. Сейчас уже думаю, что, может быть, это было навязчиво вдалбливание мне в голову, что быть врачом – единственный мой путь по жизни, так как бабушка медсестра, я почти все детство и начало своего подросткового времени провела с ней. Она постоянно говорила мне о медицине, брала с собой в больницу на работу. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим влияние бабушки. И мы видим некое отстранение вас от родителей. Я не хочу, конечно, забегать вперед и не хочу гадать, но как у вас отношения с родителями складывались, что вы все детство и начало подросткового возраста провели с бабушкой? То есть получилось то, что родители вас просто бабушке как бы отдали и все, вы были с ней, находясь под влиянием бабушки. В таком случае неудивительно, что у вас, что называется, расщепление происходит. С одной стороны, вы хотите, по большому счету, стать бабушкой, ну, то есть, такой, как бабушка, потому что так надо.
С другой стороны, у вас нет никакой связи с вашими родителями, которые более близки вам по поколению и которые могли бы вам, в общем-то, какую-то более адекватную, более корректную позицию предложить и вообще какую-то обратную связь. Вот. То есть, как бы, родители-то ваши сами что думают, они там вас, ну, как воспринимают, а вы себя сами как воспринимаете? То есть, знаете, вот в чем здесь, как бы, проблема, на мой взгляд, это в том, что бабушки и дедушки очень часто не чувствуют границ между, как бы, собой и, ну, внуком, ребенком. Вот, вследствие чего, как бы, ребенок начинает идентифицировать себя, собственно, с бабочкой, если общение происходит неконтролируемо. Вот. И как-то странно, знаете, что вы провели детство и подростковый возраст вроде как с бабушкой, да? При этом у вас, судя по всему, не друзей, как бы, ни каких-то своих интересов, да? То есть, как будто бы не было школы, да, то есть, как будто бы очень вот такое вот тотальное, я бы сказал, прямо, влияние на вас, как бы, бабушка. Ну, открою вам, не знаю, секрет, не секрет, открою вам, может быть, некую такую тайну, что, как бы, бабушкой вы не станете. Как бы вы вот ни пытались, вы не станете бабушкой. У вас нет тех способностей, которые есть у бабушки. У вас нет того характера, который есть у бабушки. И, как бы, может быть, путь врача и ваша. Но, опять же, даже если это ваше, то вы, как бы, по этому пути пойдете, что называется, по-своему, в любом случае. Ну и, на мой взгляд, пытаетесь как-то повторить вот именно что позицию, ну, пытаетесь повторить путь, так называемый путь своей бабушки. Вот. Это довольно такая вот деструктивная история, я бы сказал. Вот. Поэтому тут вот хотелось бы как-то больше информации, да, о вашей связи с бабушкой, да, как бы, может быть, вот какое-то вот понимание, да, понимание того, собственно, для чего она вам вот это вот все рассказывала, да, как она вообще вот это вот воспринимает вот то, что... ну, вот, то, что вы идете, значит, на медицинский, да, как она к этому относится, и что она вообще по этому поводу, как бы, говорит, вот, потому что, ну, одно дело, если она вас, там, условно говоря, поддерживает, да, другое дело, если она, да, прям требует от вас, вот, чтобы вы прям были, вот, прям, врач, вот это все, вот. Понимаете? Поэтому тут, как бы, момент такой. Дальше, значит, я поступила, к сожалению, на платное обучение, тут родители платят, у меня очень большие деньги, меня тоже гложет. А почему? Ну, то есть, родители ваши, ну, в целом, взрослые люди, они как бы, ну, знают, очевидно, что делают. Ну, вот. Они знают, как бы, ну, свои возможности, это их решение. Да, то есть, как бы,
это их решение, это их выбор, и в общем и целом, ну, я, наверное, скажу, что это их в какой-то степени даже долг. Вот. То есть, как бы, долг дать своему ребенку возможность учиться. И здесь, на мой взгляд, мы сталкиваемся, опять же, с какой проблемой? Мы сталкиваемся с той же, по факту, самой проблемой, что из бабочки отсутствие личных границ. То есть я беру на себя ответственность за своих родителей. Теперь уже. Знаете? То есть я не принимаю выбор своих родителей оплачивать мое обучение. Вот. Почему я не принимаю выбор моих родителей оплачивать мне обучение? Вот. Да? Вот это очень важный момент. Вина. Чувство вины. Когда появляется чувство вины? Когда подавляется, собственно говоря, инициатива человека. Вот. Когда подавляется инициатива человека, когда ему не дают возможности самому принимать решение, грубо говоря, вот, что, скорее всего, в вашем случае и было. Вот. Вам решение принимать не давали. Вот, потому что была бабушка, которая как бы, ну, все знала. Вот. А вы сами вот не знали. И теперь, когда что-то делают, да, вы чувствуете вину. То есть здесь нужно учиться инициативе. Здесь нужно учиться, во-первых, позволять другим людям ответственность брать, это то, с чего начинать нужно. И второе, еще как-то самостоятельно принимать решение. Вот. И самостоятельно проявлять какую-то инициативу, брать на себя ответственность, которая вам по силу. Вот. Для этого нужно принять ответственность других. Дальше. Значит. Собственно, первый семестр был не особо мне понятен, так как из-за COVID-19 обучение было дистанционно. Второй семестр был для меня очень малым, если можно так сказать. Мне было очень тяжело, я не испытывал никакого влечения к предметам. Вечный недосып, постоянно спала по 4 часа, в лучшем случае. Несмотря на то, что вы вроде бы ведете свой рассказ, да, вроде бы вы как-то вот рассказываете, ну, по хронологии, у меня есть ощущение, что это вырвано из контекста. То есть, ну вот, понимаете, как бы вы говорите, что первый семестр мне был не очень понятен, потому что как бы это было дистанционное обучение, да? А что вы с этим делали, что вам не очень понятно, как бы было? Что вы с этим делали? Именно делали. Второй семестр, это, как бы, вам очень тяжело было, потому что первый непонятен был. Знаете, да? То есть опять мы здесь говорим про что? Про то, что вы в себе инициативу подавляете, судя по всему. Ну и жертвенность. Вот эта вот жертвенность, что даже должна не спать по 4 часа, вот это все. То есть вы здесь как-то вот следуйте ожиданиям бабочки и, вероятно, ваших родителей. Вот, дальше. Смотря на своих одногруппников, я видела, как у них горят глаза на все это, они с интересом читают и учат что-то новое, я просто пытался не получить отработки. Здесь вы сравниваете себя с другими людьми. Опять же, это довольно
Частая модель именно старшего поколения, то есть бабушка. Вот. Может быть, так делают ваши родители, но это уже больше как бы не норма. А вот для вашей бабушки это было норма, сравнивать себя с другими людьми. Так, дальше. В апреле мае начала задумываться о том, что может действительно мая, но еще бы вы на износ работают. Кстати, а кто ваш мне на износ работает? Я знаю, что получить на любом образовании это очень сложно. Почему вы так решили? Нет. Мне хочется получать удовольствие от новой информации. Верно. Верно. Чтобы получать удовольствие от новой информации, нужно, чтобы вам эта информация была нужна. Чтобы вы четко знали, для чего вы будете ее использовать и как. Поговорив с семьей, я решила, что нужно закончить первый курс и пройти первую практику в больнице. Она точно даст мне понять, мое это занятие или нет. Я думаю, что в глубине души вы уже знаете ответ на свой вопрос, просто боитесь это признать. Вот. Почему боитесь признать? Потому что, во-первых, вина. Вот, во-вторых, как бы, ну, в целом нет ощущения, что вы честны перед собой. Вот, потому что все, что вы описываете, вот с момента начала разговора с семьей, это выглядит как большой такой театр. Понимаете? Вот. Не обижайтесь. То есть вот вы пишете, я поговорила с семьей. С кем конкретно вы поговорили? То есть что значит поговорила с семьей? Знаете, не обижайтесь, но для меня это вообще ничего не значит, что вы поговорили с семьей. Вы можете поговорить с папой, вы можете поговорить с мамой, вы можете поговорить с бабушкой. Понимаете? Вы можете узнать, что значит ваше мнение для бабушки, для мамы, для папы. Вы можете узнать, что значит мнение бабушки для мамы, для папы. Что значит мнение мамы для бабушки, для папы, т.н. Но не с семьей. Понимаете? Дальше. Да, то есть, понимаете, как получается? Я и семья. Я хорошая для своей семьи, пока я делаю то, что от меня ждут. По большому счету вы сейчас транслируете это. То есть коалиция. Да, такая вот получается неявная коалиция. Семья и я. Есть семья, есть я. Ну, здесь вы, на мой взгляд, выступаете в роли гадкого утенка. Типа я такая проблемная, я такая вот неудачница, и у меня вот не горят глаза и так далее. А семья же, она вот в меня вкладывает, это же все для тебя. И с учетом, особенно если вы один ребенок. Семья. Ну вот. Дальше. Так, я не могу сказать, что 3 недели в больнице вызвали у меня отвращение или неприязнь, опять же, я видел горящие глаза девочек, которые вместо мной наблюдали за различными манипуляциями врача, и в то время как я тихонько старался не упасть в обморок от вида крови. Вот обратите внимание опять, тихонько старался не упасть в обморок. То есть, что это значит? Попытка скрыться, слиться, провалиться сквозь землю. Это про что? Стыд. Вам стыдно. Вы сравниваете себя с другими людьми, и вам стыдно. Понимаете? Ну, мне, например, очевидно, что вы наполнены здесь как бы проекциями желаний ваших родителей. Я не знаю, кого именно, бабушка или, может быть, мама и папа, но... Вот. При этом обратите внимание, что контакта с девочками у вас нет. Кооперации с девочками у вас нет. Коммуникации с девочками у вас нет. То есть, как бы, вы как будто бы на отшибе, вы как будто бы, как бы, ну, аутсайдер. Вот. И вот август, буквально неделя до нового учебного года. Да, это правда. Я дерзаю себя мыслями о том, что не хочу возвращаться в этот институт. Обратите внимание,
я терзаю себя мыслями, что не хочу возвращаться. То есть то, что я не хочу, меня терзает, потому что то, что я не хочу, противоречит тому, что хотят мои родители. Понимаете? Моего хочу нет. Дальше. Меня не воодушевляет мысль о том, что я потрачу еще 5 лет, это без ординатуры, кучу денег родителей и свою молодость, на то, что мне сейчас неинтересно. Здравая мысль. Здравая мысль. Мысль здравая. Только нужно, понимаете как, не спешить. Вас может не воодушевлять не сама профессия врача, и не вот эта перспектива, которую вы описали, хотя может быть и она, вас может не воодушевлять то, что вы не станете таким хорошим врачом, как от вас ждут, и в принципе таким врачом, каким от вас ждут. Знаете? Дальше. Я думаю, чтобы действительно быть хорошим врачом, нужно любить то, что делаешь и учишь. Понимаете, как бы это ваша позиция, вот, мне, например, кажется, что, чтобы быть хорошим врачом, да, хорошим специалистом, нужно хотеть помогать людям и хотеть что-то делать для людей, и уже как средство рассматривать, как бы, вот, врачебную практику, там, и так далее. То есть помогающая профессия, любая помогающая профессия, это профессия для помощи людям, а не любить врачебное дело. Потому что врачебное дело без людей – это ничто. То есть нужно любить людей, чтобы быть врачом. Любить не как бы то, что ты делаешь и учишь, это мы говорим про обучение, больше про ученую деятельность, исследовательскую деятельность, научную деятельность. А если мы говорим про практику, то мы говорим про любовь к людям. Поэтому я думаю, что может нужно сменить сферу обучения, найти себе что-то по душе, что-то, что действительно будет мотивировать на получение профессора. А чего вам нравится-то? Вы так не сказали, чего вам нравится. Есть ли у вас время на то, что вам нравится? Выбор очевиден, я боюсь, вдруг я пожалею о своих действиях. Да! Вы понимаете, основная проблема в том, что вы боитесь пожалеть. Но только допустив и признав, что вы можете совершить ошибку, вы сможете жить. Потому что прожить жизнь и не пожалеть о чем-то невозможно. Если человек делает что-то и жалеет об этом, он получает опыт. Если человек делает что-то и не жалеет ни о чем, он опыта не получает и не развивается. Понимаете? Но вы боитесь пожалеть, потому что вот как бы закончите мысль. Я боюсь пожалеть, потому что вдруг я не найду себя или снова захочу вернуться в медицину. Понимаете, да? То есть как бы здесь опять же я должна себя найти. Я должна кем-то стать. Видите, как над вами давлеют вот эти вот истории, ожидания и прочее. Если не попробуешь, не узнаешь. Вроде звучит логично, но нет ощущения, что вы в это верите. Прошу совета, я постоянно запутана. Совет не поможет, с опустошением запутанностью нужно работать индивидуально. На правильном ли пути мои мысли? В принципе, да. Я думаю только то, что вот вы чувствуете себя виноватой перед родителями, да, например, вам бы нужно извиниться. Просто пройти, извините, что я как бы вот, ну, не оправдываю ваши ожидания, да, относительно того, что стал стать врачом, извините, пожалуйста, я вот не такая, простите меня, и так далее. То есть дайте как-то выход вот своему чувству вины. Вот. Извинитесь и как бы живите дальше, в данном случае, чтобы чувство вины не отравляло вас. Сейчас оно отравляет в данном случае. Стоит ли действительно рискнуть и найти себе занятия по душе? Возможно, потратить на это больше времени, чем мои сверстники. Как можно получить что-то, не рискуя? Как можно добиться чего-то, не рискуя? Знаете?
учиться рисковать нужно. Но для начала нужно выстроить вам такие отношения с вашими родными, в которых вам бы было комфортно. Понимаете? А для этого необходимо открыто рассказать о том, чего вы хотите, не хотите. Вот. Дать выразиться вашему чувству вины перед ними. То есть извиниться, попросить прощения, потому что они от вас чего-то ждут. И они, так же, как и вы, живут в этой вот парадигме. И, соответственно, необходимо эту парадигму изменить. Вот. А вам необходимо работать с уверенностью в себе и личными границами. Потому что, так или иначе, вы будете, если не проработаете это, будете попадать под влияние различных людей. Сейчас это бабушка, которая плюс-минус хочет вам хорошего, родители, которые плюс-минус хотят того же, но в будущем могут быть люди, которые куда менее будут доброжелательны по отношению к вам. Это мне необходимо, как бы вот, больше отграничивать значит, себя от других людей, да, вот, получать обратную связь на то, что вы чувствуете, на то, какая вы настоящая, а не на, как бы, то, какой вы должны быть, потому что этот путь в никуда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.